накапливается очередь, да, и она выстраивается, в часы пик она выходит, будет закрывать этот светофор. Чтобы этого не было, надо увеличить зеленый сигнал на том светофоре со стороны данного нового светофора. Но для этого надо убрать пешеходную фазу. Чтобы ее убрать, надо построить подземный пешеходный переход. Поэтому, с другой стороны, это решение является половинчатым таким. Вот. Оно будет эффективно только при условии строительства подземных или надземных пешеходных переходов. На мой взгляд, преждевременно устанавливается светофорный объект, пока не решится вопрос с подземным пешеходным переходом.